Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Собственно говоря, всем снова привет, с вами как всегда Дезертир, и я играю против Келвина Гаррета. Бывший боксер из Атлантик-Сити, он получает кайфа от риска, так что решение поставить на кон последние 250 штук в надежде сорвать банк далось ему легко. Ну а мы продолжаем просто гнать вперед. Если он оторвется, все кончено. Окей, значит он не должен оторваться. Это все, что я должен знать. Так, заправка нам не нужна. Нас вполне неплохая тачка. Осталось просто догнать этого урода. Келвин, мужик, ну не уезжай от меня далеко. Мне не очень нравится, что я вижу впереди. Ах ты ж твареныш. Хорошо, поедем по прямой. Поедем по прямой. Сволота не русская. Нет, я ничего не имею против негров, но просто этот меня выбешивает. Хотя на самом деле, что это ему, собственно, меня выбешивает-то? Все нормально вполне. Пока что, вроде бы. Так, 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 так. Только не так! Черт! 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 Ладно. Все хорошо. Хотя я просто не ожидал там увидеть грузовик. Сейчас все еще не ожидаю его там увидеть, поэтому надеюсь, что его там все-таки не будет. Сука! Что значит сбрасывать скорость? Что здесь делает трактор? Ну ладно, в сельской местности трактор это норма, но мать вашу, что он здесь делает? Вот это было жестко. Я проскочил над автомобилем. Хорошо, что мне это удалось. Надеяться, что с этой стороны никогошеньки нету. Сука! Ладно. Но я это оставлю, потому что мне понравилось, как перескочил через авто. Ему нужна только полная победа и ничего более. Кстати, трасса, как я заметил, не особо большая, поэтому надо умудрится побыстрее все сделать. Если он оторвется, все кончено. Ну, пока что ничего не кончено, пока все даже хорошо начинается. Будем надеяться, что все хорошо и продолжится. Вообще, я надеюсь его тачку выиграть. Мне нужна его тачка, стопудов. Так, чувак, просто не упусти свой шанс, чувак. Не упусти свой гребаный шанс. Ты упустил свой гребаный шанс. Правда, немного не понимаю, каким макаром он умудряется нас обгонять на более непрямой дороге. Возможно, она у него просто шире. Возможно. Могу ошибаться. Но у меня есть нитро, я должен им, наверное, пользоваться. Чё, это шанс мне остаться на плаву? Сука! Я думал, он впишется. Ох, твою ж мать!
ладно! Это было чудо. Я умудрился успеть. О, да. Я успел. Я успел, это главное для меня. Хрен с ним, что повторов осталось мало. Не надоело проходить эту трассу. Логично. Ладно, на самом деле мне понравилось. Это было весело. Итак, этап 6 завершено. Низины. Завершен. Почему завершено? Шестой этап. Это в рейтинге, ну это понятно. Да. Ага. Новые трассы. И, кстати, мне они тоже нравятся, потому что я люблю улицы. Я, в общем, подъезд к Чикаго. Да. 50-й я должен был быть, по-моему, к Чикаго. Вроде бы. Мы 67-е. Ой, это значит, что нам надо 17 мест. 17 мест, мать моя женщина. 17 мест выиграть. Давайте попробуем, давайте сделаем это. У меня нет выбора, мне придется это сделать. Мне просто придется это сделать. Без вариантов. Мне уже не очень нравятся повороты, которые здесь есть. Плюс я за время, которое... В общем, я чуть-чуть отвык от езды на автомобилях. Совсем отвык от езды на автомобилях. Да, на геймпаде, признаюсь, однозначно играть легче. Наш автомобиль лучше чувствует тебя. И ты лучше чувствуешь его. Хотя какой в жопу автомобиль? Ты что, смеетесь, что ли? А мне руль, это автомобиль, непонятно чего. Это... Хрен знает что, а не автомобиль. Тупой идиот! Как ты мог отстать? Просто езжай вперед, обгоняй всех подряд. Мать вашу, чистое поле! Почему я просто не могу проехать через поле? Могу проехать через поле. Я ручаюсь, что я могу проехать просто так через поле. Даже, наверное, ни во что не вписаться. Черт, это был такой шанс выиграть. А теперь у меня его просто не... А может и есть. Главное вписаться, главное вписаться, главное вписаться! Пошел нафиг. Я вписался. Это хорошо. Это очень хорошо. Но какой-то придурок меня пытается обгонять. И это нехорошо. Так. Я должен куда-нибудь вписаться. Я должен куда-нибудь вписаться так, чтобы было все хорошо. Все должно быть хорошо. У меня осталось 2 километра. Эти придурки следуют за мной. Я не могу от них оторваться. Что ж творится на этой дороге? Я должен быть первым в этом чекпоинте. И опять проселочная дорога. Круто, просто зашибенно круто. Ведь я так мечтал об этой проселочной дороге. Твою мать. Там финиш, я должен успеть до него. Ура, я, кажется, успеваю. Да, я это сделал. Все, короче, ага, это победа. И это победа! Да, это в общем это победа. Ура! Круто. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Дальше у нас 62 место. Повторов 22. Пройдено 3226 километров. Средняя скорость 220 километров в час. Вот так. Общее время игры 1 час 23 минуты.
я так понимаю. Ну, не один же день, 23 часа. Пошел вон отсюда. Что-то обогнать он меня решил. Так. Давайте мы будем рассуждать логически. Если я никуда не впишусь и обгоню всех, то это будет очень хорошо. Но машина почему-то полностью отказывается меня слушаться. Наверное, пора ее заменить на какую-нибудь другую, более послушную машину. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Чувак, ты не вовремя решил пойти на обгон меня, и потому что я уже иду на обгон всех. Ну или почти всех, ладно. Так, надеюсь, что мне повезет, и я сверну вот так вот. Все, отлично, мне повезло, я свернул, и все круто. И все предельно круто, прыгаем. Отлично. Так, там машинка, надо быть аккуратней. Чем я заехал на бордюре, я не знаю, но надо быть аккуратнее. Определенно аккуратнее. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Так. Меня люди там обгоняют, а я прям... я не заметил бордюр. Ой-ой-ой. Вы тоже ничего не видели. Вы не видели, как я сейчас вписался. Все хорошо. Эй, это что за... Какого фига мне не дали обойти его? Вон. Действует жестко. Ну вас нафиг. Ну вас всех, ребята, нафиг. И тебя нафиг, чувак. Нафиг, я сказал. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все хорошо. Все хорошо. Я жив, я еду, значит, все хорошо. Так, вот я помню это место, я помню, что оно очень нехорошее. Черт. Надо обогнать еще так много машин. Отвяжитесь от меня. Так, одну машину, два километра на одну гребаную машину, ну ладно, я заблочил всех противников. Хорошо, это тоже хорошо, как я умудрился не умереть, я не знаю, но я молодец. Я определенно молодец. Так, окей, просто ехать вперед, окей, ничего, не обращай внимания, все нормально. Окей, мы просто едем. Твою мать. Километр на обгон одной машины, это мало. Это определенно мало. А учитывая свойства трассы, это просто невозможно мало. Я не успею его обогнать, серьезно. Пошел вон! Ха-ха, я пришел первым. Не ожидали, да? Я сам не ожидал, на самом деле. Ладно, всем. Всем, наверное, спасибо. Всем пока. С вами был, как всегда, Дезертир. Удачи и наслаждайтесь моими неудачами. И вот так вот. В общем, всем пока.